Кстати, столько не использовала материала. Я хотела Цветаевский цикл и о своих замечательных поэтах-учителях Павле Баулине, Алексее Муроче, Алексее Цветкове, который в Америке давно живет. Но время нас поджимает. И я просто хочу закончить. У меня есть ровно минута, я укладываюсь. Не торопись, душа, не улетай. Но что нам мир заоблачный, горний? Там ангелы настраивают горны в садах, где процветает вечный май. А я люблю осеннюю хандру, лесов и рощ поношенные фраки. Люблю, когда бездомные собаки приходят греться к моему костру. Мне нравятся усталые дворы, где дворники сражаются с листвою, где в мирном идиллическом покое кустов багровых светятся шары. Мне не претит и зимняя пора, наоборот, рождает в сердце негу, когда весь мир в оправе серебра, и сани мерно катятся по снегу. В такие дни блаженство и покой даруют упоение и силы, и мир совсем не кажется унылым, он множится и нотой, и строкой. Давай еще останемся, душа. Смотри, качает ветер паутины, и дождь сбивает желтые перины, и жизнь благословенно хороша. Браво! 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 Браво!